Меня все время спрашивают, значит, вот как себя удержать. Вот люди, которые так рассуждают, они исходят из конструкции, что они себя ограничивают. До тех пор, пока вы думаете, что вы себя ограничиваете, вам придется совершать волевые усилия. А для преодоления, значит, вот этого конкурирующих доминант, вам нужна мотивация, какая-то более сильная причина, почему вы худеете. На самом деле, ну, вы просто создаете дополнительную, ненужную борьбу нервных центров в вашем мозге. Они начинают друг с другом дополнительно конкурировать. Мотивацию, у вас есть мотивация, чтобы есть? У меня мотивация, чтобы есть. Но такой мотивации нету. Мы просто едим, потому что нам кажется, что мы голодны, или мы видим еду, или наступило соответствующее время, там, или еще что-то. Нам не нужно никаких специальных штук для того, чтобы себя побудить есть. Но есть это пищевое поведение. И вот задача состоит в том, чтобы изменить саму логику своего пищевого поведения.